Здравствуйте, сегодня мы в прокуратуре Рязанской области, и беседа наша будет с заместителем прокурора Екатериной Романовной Банниковой. Здравствуйте, Екатерина Романовна. Екатерина Романовна Банникова свою трудовую деятельность в органах прокуратуры начала в 2009 году после окончания Мурманского государственного университета. Последовательно состояла в должностях следователя, старшего следователя следственного отдела по Автозаводскому району города Нижний Новгород, прокурора, старшего прокурора, начальника отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Нижегородской области. Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 20 мая 2021 года назначена на должность заместителя прокурора Рязанской области. Недавно на расширенной коллегии прокуратуры Рязанской области были подведены итоги работы органов прокуратуры. Вы курируете такое серьезное и важное направление прокурорской деятельности, как защита прав несовершеннолетних. Вот расскажите, как много правонарушений за предыдущий период было выявлено? За 2022 год выявлено примерно 7000 нарушений. Касались они самых разнообразных сфер. То это и вопросы предоставления медицинских услуг несовершеннолетним, вопросы защиты прав детей-инвалидов, прав детей-сирот. Данное направление, оно находится в поле зрения органов прокуратуры и является приоритетным направлением нашей деятельности. Такое направление работы, как дети-сироты, получение ими льгот, обеспечение их прав, в том числе на жилье. Вот каким образом вы можете охарактеризовать законность в этой сфере? Также мы выявляли нарушения на данном направлении деятельности. Вместе с тем хочу отметить и положительные результаты нашей совместной работы с уполномоченными органами. В прошлом году практически в полном объеме нам удалось предоставить квартиры детям-сиротам, которые фактически в них нуждались. В этом году запланировано, в том числе и по нашим мерам реагирования, достаточно финансирования для того, чтобы мы обеспечили потребность детей-сирот. Были меры реагирования, связанные и с иными сферами данной работы. Значит, в прошлом году вопросы обеспечения жилья для детей и сирот, они тоже находились в зоне нашего пристального внимания. В том числе по нашим мерам реагирования, финансирование на данную сферу было увеличено почти до 800 миллионов рублей. Потребность детей и сирот в приобретении жилых помещений данные денежные средства полностью обеспечивали. В прошлом году приобретено фактически более 400 квартир для наших детей. В этом году запланированы средства на приобретение квартир более чем для 200 детей-сирот, но это те дети, которые фактически нуждаются в приобретении данных жилых помещений. Еще одна очень незащищенная категория населения – это дети-инвалиды. Они целиком и полностью вообще зависят от взрослых, и в том числе от того, насколько исполняются законы в отношении них. Какая работа проводится вот органами прокуратуры в данной сфере, чтобы обеспечить законность? Выделила бы я два, например, наши работы. Это плановые мероприятия, а также работа с обращениями данной категории граждан. Данную сферу деятельности мы курируем совместно с уполномоченным правом ребенка в Рязанской области Евдокимовой Анжеликой Владимировной. Вот совершенно недавно, буквально вчера, у нас был с ней совместный прием, на котором поступали различные обращения, в том числе и по данной отрасли. Дети-инвалиды априори социально защищенная категория граждан, которая требует как повышенного внимания к своим медицинским потребностям, повышенного внимания к вопросам доступной среды для детей-инвалидов, если мы говорим о маломобильной категории наших детей. Выявлялись нарушения в прошлом году. По мерам реагирования нашим были восстановлены права детей-инвалидов, их семей на приобретение средств реабилитации. Могу даже конкретный пример привести. Обратилась мать мальчика-инвалида о непредоставлении технических средств реабилитации своему ребенку. Внесли представление, потому что были выявлены нарушения на данной сфере, и по нашему представлению были закуплены вот эти вот технические средства реабилитации стоимостью более 500 тысяч рублей. Ну, такой пример нашей работы, он, конечно, является не единичным. И, пользуясь случаем, опять хочу еще раз напомнить нашим гражданам, рязанцам, жителям Рязанской области, у которых есть дети-инвалиды, обращайтесь в органы прокуратуры. В рамках компетенции мы проводим проверки и, соответственно, принимаем меры реагирования. И вопрос восстановления прав детей-инвалидов, их семей, находится на нашем контроле вплоть до фактического восстановления нарушенных прав.
И знаю, что определенные меры принимаются органами прокуратуры и в области профилактики правонарушений в среде подростков. Так вот, какие это меры? Может быть, тоже приведем примеры? Да, конечно. Данная сфера... Вообще, в принципе, работа с детьми – это наш приоритет направления деятельности, а пресечение и, на самое важное, предупреждение совершения каких-либо правонарушений – это является сверхважным аспектом нашей работы. Действительно, надзорными мероприятиями, которые мы проводим, охватываются все субъекты системы профилактики. И если посмотреть нашу работу за прошлый год, были выявлены нарушения в деятельности каждого субъекта, внесены меры реагирования. Есть уже результаты конкретной практической деятельности. То есть, если мы сравним, например, преступность подростковую по сравнению с прошлым годом, с 2020 годом, то мы увидим существенный спад. То есть, например, по сравнению с 2020 годом почти в два раза снизилось количество преступлений. И количество, что самое важное, детей, которые совершают данные преступления, тоже снижено, то есть есть результат. А какие вообще правонарушения в основном вот именно подростками и детьми совершаются? Если мы говорим о правонарушениях, которые носят под собой уголовно-правовую составляющую, то есть преступление, то это, конечно, больше всего преступление против собственности. Угу. Больше половины – это кража. Есть и другие преступления, есть связанные с наркотическими средствами, есть связанные с против личностью, но, конечно, мы боремся и... вносим меры реагирования, в том числе по факту ненадлежащей работы органов профилактики, которые повлекли совершение данного преступления. А что вообще, вот, на ваш взгляд, толкает детей на преступление? Тоже есть несколько аспектов. То есть, ну, наверное, недостаточно внимания со стороны родителей, со стороны школ, со стороны опекунов, законных представителей, которые и позволяют детям проникаться, если можно так выразиться, вот идеями как раз неправопослушного поведения, потому что ряд преступлений совершается детьми в группе с взрослыми лицами, то есть поддаются пагубному влиянию. Поэтому каждый раз мы акцентируем внимание и родителей в рамках мероприятий правового просвещения на необходимость более пристального работы с детьми и школ, потому что, ну, в принципе, основной момент – это, конечно, воспитание правопослушного поведения, внутреннего стержня, который не будет позволять детям совершать какие-то преступления. И вот как раз, пожалуй, отсутствие внутреннего стержня как раз делает детей максимально подверженными вот в сфере, например, оборота наркотиков. А вот в этой сфере какие, может быть, тоже преступления выявлялись среди учреждений, которые должны заниматься профилактикой или что-то такое? Но действительно, в прошлом году, как уже говорили, мы были преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В основном это, конечно, когда наших детей, там 17-16 лет, используют в качестве закладчиков. Этих вот противоправных, их меньше, конечно, чем в прошлом году. Мы видим спад определенный. По данным фактам вносятся меры реагирования и в подразделения по делам о совершениях полиции, которые должны выявлять, пресекать, самое важное, пресечь это совершение правонарушений, в школы, которые, опять-таки, как мы с вами говорили, должны воспитывать в том числе и непринятие этой противоправной деятельности, в насилие в учреждения здравоохранения представления и в администрации. В вашем ведении находится обращение граждан. Как много вообще жителей Рязани обращаются с заявлениями о нарушениях прав несовершеннолетних? Есть ли такие вообще обращения? Да, безусловно. Вот если мы возьмем 2022 год, прошлый, таких обращений поступило более 500. И каждое второе обращение было удовлетворено. Самые разные сферы интересуют наших граждан, самые разные нарушения допускаются. Это и невыплата алиментов, то есть ненадлежащая работа судебных приставов. Как мы с вами уже вначале говорили, обращение детей-инвалидов и непредоставленных технических средств реабилитации. По поводу школ бывают обращения. Вот буквально вот с уполномоченным, когда проверку проводили, тоже по вопросу безопасности учебного процесса в одной из школ области тоже пришли родители, уточняли. Но если каждое второе обращение рассматривается, получается, в пользу заявителя, то, может быть, мы, помимо вот ребенка-инвалида, который получил необходимое оборудование, еще примеры приведем такие же яркие? Угу. У нас обращения, которые поступают к нам, мы их рассматриваем не изолированно. В соответствии с указанием генерального прокурора мы подходим к решению проблемы комплексной. Например, в прошлом году было обращение жительницы региона о необеспечении, ну, опять-таки, вернемся к теме детей-инвалидов, потому что наиболее такая социально уязвимая категория, о необеспечении средствами реабилитации, ну, там, пеленки, подгузники вот этих детей-инвалидов. И мы посмотрели сферу данную целиком.
То есть мы восстановили и права мамочки, и ее ребенка-инвалида, но пошли дальше. То есть по нашим мерам реагирования была обеспечена потребность детей-инвалидов вот именно вот в этом сегменте, да, там пеленки, подгузники. И продолжаем данную работу в текущем году. То есть у нас и на текущий год уже определенный запас есть. То есть у нас все дети-инвалиды будут вот этим обеспечены. То есть получается, одно заявление может повлечь решение проблемы целой категории граждан? Конечно. Например, вот еще могу привести, конечно, не связано с детьми-инвалидами, но уж немножко отойдем от этой темы. В прошлом году летом также были обращения к нам по ненадлежащим содержаниям детских площадок. Я думаю, эта тема актуальна. У рязанцев, у которых дети есть, тоже видят, что, к сожалению, не все оборудование, которое расположено в детских площадках, соответствует нормативам. В прошлом году мы начали эту работу, и в текущем году, первое полугодие, у нас запланирована большая плановая проверка совместно с прокурорами, совместно с уполномоченными органами, опять совместно с уполномоченным правом ребенка. То есть мы, я думаю, к концу полугодия 1-го 2023 года приведем в нормативное состояние все детские площадки. Если есть какая-то информация у жителей региона о том, что какая-то площадка находится в ненадлежащем состоянии, тоже могут фотоматериал обратиться в прокуратуру, мы более пристально посмотрим. В некоторых вопросах вы совместно с другими ведомствами работаете, вот в частности с уполномоченным по правам ребенка, тесное сотрудничество. Какие-нибудь результаты такого сотрудничества, может быть, обозначите за предыдущий год? Наверное, наиболее серьезный результат, если мы говорим о системности работы, именно о комплексном подходе, как мы с вами говорили, о решении проблем, это совместная инициатива с уполномоченным правом ребенка была принята концепция безопасности детства. В том числе, что особенно важно сейчас для Рязани, это, конечно, профилактика детского травматизма. Детский травматизм тоже бывает, что происходит именно в связи с какими-то нарушениями? Да, предупреждение детского травматизма – это тоже важный аспект работы нашей совместной. Не только нашей с уполномоченным по правам ребенка, но еще, конечно, и образовательных учреждений, и, в принципе, администрации муниципальных образований, медицинских учреждений. И в этой концепции свои предусмотрены мероприятия, которые позволят нам снизить уровень детского травматизма. И в завершение нашего с вами интервью хочу опять-таки обратиться к жителям Рязани. Вопросы защиты прав детей, еще раз повторюсь, они находятся на пристальном контроле прокуратуры области и в том числе руководства прокуратуры области. Если есть какие-то вопросы у вас по данному направлению деятельности, либо какие-то нарушения, которые имеют, либо какие-то разъяснения требуется получить, можете обращаться на прием в органы прокуратуры в своих муниципальных образованиях, либо к руководству прокуратуры области в Рязани, в Введенское, 81. График приема руководства прокуратуры области, он размещен на нашем сайте, но если есть необходимость вне планового приема, обращайтесь, соответственно, к старшему помощнику прокурора области по приему обеспечению граждан. Если заместители прокурора области будут свободны, примут. Спасибо, Екатерина Романовна. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго.